возьми с собой рюкзачок. Недостаток, мешающий людям действовать, заключается в том, что они не чувствуют, на что способны. Давай, сейчас пальцы подтягиваются. Сейчас даже мы будем подтягиваться чуть-чуть на другом. Если вы постигли искусство радоваться каждому мгновению, то научились. Ты будешь подтягиваться на петли. Это вот висят петли сзади тебя, сзади, сбоку, по сторонам. Те, что ищут счастье в тщеславии и развлечении, походят на людей, предпочитающих свет свечи, сияние солнца, Наполеон Бонапарт. Вот сейчас на поролон надо ложить камень. Нет, это оттуда убрать надо, не-не-не, зачем? На поролон тканевый, сверху тканевых... Да, я потом еще поролон... Нет, вы будете брать сколько вам и что надо, чтобы оно другим не мешало. Все подобно всему. Вот еще маленький. Конечно, матрица много, квадратики. Смотрите, разбирайте. Давайте темп, друзья. Ну, долго стелите. И подруги. Нет еще на свете такого холма, вершин которого настойчивость в конце концов не достигнет. И я вчера говорил, запоминайте пословицы и поговорки, мудрые мысли. Я спрошу потом. Дамир, помоги Веронике, Дамир. Вероник, не залипайте. Ты чё? Я начинаю постелить надо. Ну вот, они постелили, стели квадратик теперь. Свобода — это ответственность. Вот почему я так боялся. Бернард Шоу. Самые глубокие реки текут с наименьшим шумом в Конфуции. Можно обещать действия, но никак не чувства, ибо последние не производят. Кто обещает кому-либо всегда любить его, тот обещает нечто, что не находится в его власти. Вы что-то себе слишком круто застелили. Ребят, вы не думаете, что вы там ничего не постелили под тот турник? Мне кажется, вы слишком уж себе круто. Вот там постелите, вот там. Иначе сейчас я разберу вашу конструкцию, Дамир. Вот там надо проверить. Чтоб под детским турником было тоже застелено. Под изголовье опасно, Диман, убирать из-под изголовья. Я хотел это сделать туда. Ну, давайте, думайте. Надо, чтобы под двумя турниками было все одинаково и четко. Мне кажется, вам надо... Андрей, мне кажется, самые дальние, которые у вас маленькие настеленные, малюсенькие, вам надо под изголовье под детский турник постелить. Диман, вот маленькие каратульки у вас есть, которые зеленые, видишь вот это? Да, вот надо под изголовье им постелить. Надо. Юрец, вон Андрей несет тебе, Юрец, несет. Юрец, Андрюха несет. Все, делаем, Дамир, да? Диман, ты думаешь, ты туда улетишь? Да, только аккуратно, все равно жестко. Только надо разгиб. Это пока ты делаешь кувырок, тебе надо про... Знаешь что, Андрей, поделай мостик из положения стойки на руках. Вот сейчас встань на руки, выйди в мостик. Вот давай, пробуй. Давай. Вот это будет фляг, да, вот это будет фляг. Вот тебе надо будет с головы, сейчас не пытайся, но с головы прыгни. Сейчас давай, делай разбег, голову упор и пык-прыг ногами. Сильно не разбегайся, улетишь. Нет, надо прогиб мостик. Вероника, ты что хочешь сделать? Давай, проверяй. Зубы закрывай, рот закрывай. Зубы стисни, чтобы язык не прикусить. Все, 8. Если ты на
8 связок. А, Вероника, стоп. Сейчас, лесенка, погодите. 10 раз. Да, погоди, да. Одну связку, Дамир, давай сейчас лесенка сделаем. Юрец, пойдем на турники, братан. Мне здесь, Вероника, для тебя. Что вы хотите? Поехала, делаешь 10 раз. Что считаешь своим. Потом отдыхаешь 5 минут, делаешь 9 раз, потом 8 раз. Запомни, да. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 0 – это вес в течение 1 минуты. Поехали. Смотрите, пожалуйста, ребята, девчата, на меня посмотрите. Да, тело выпрямляет, ногами упор, да. Ты прям тянешь себя. Ножками подальше отодвинься туда, чтобы у тебя точно еще тогда не бойтесь ошибаться. Отодвинься ногами. Бойтесь повторять ошибки. Тихо, ножки руками не согни. Загибай спину, подними, тяни себя. Тебе надо, чтобы ты была... Каждый человек может заблуждаться, но просто вести, ножки подальше подвинь. Да, поднимай, поднимай. Вот теперь подтягивайся. Грудите, вставайте на груди, прям 10 раз. Смотрите, ребят, секунду на меня посмотрите, да, Мир? Без рывочков, четенько, ножки вместе. Если вы ногами касаетесь, тогда вам надо ножки поднять вот так, снова если вы касаетесь. Поехали, либо так, либо, да, Мир, в нашем случае. Спокойно. Когда человек спокойно. Поехали. 10, 5 секунд отдыхаем. 9, 5 секунд отдыхаем. И так до нуля. 0 – это минута, минута вис. Только жалуется. А ты сделай усилие. Перевернись. Максим Горин. В темпе не задерживаемся. Быстрее сделаете, парни, 5 секунд отдых. Быстрее сделаете, быстрее начнем. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Только тот, кто предпринимает абсурдные попытки, сможет достичь невозможного. Альберт Эйнштейн. Единственный способ определить границы возможного – это выйти за эти границы. Артур Бах. 5 секунд отдыхаем и дальше продолжаем. 0 – это минута виса. Возможности человека не измерены до сих пор. Судить о них по предыдущему опыту мы тоже не можем. Человек еще так мало дерзал. Потом после лесенки вы делаете для всех, пожалуйста, 8 простых связок по 8 простых элементов. Связок разогревочные. Они могут повториться. А уже потом начинаем... оттачивать, что на завтра готовимся, либо вообще там какие-то планы интересные. Вероника, подтягивание закончишь, попробуем с тобой попрыгаем. То есть не переживай, завтрашнюю полосу препятствий посмотрим. Ты сейчас сколько у тебя счет? Какой уже счет? Надо сделать 10 подтягиваний, 5 секунд отдохнуть, 9 подтягиваний, 5 секунд. У тебя 8, ты сделал 7, да? Хорошо, умница, делай. По одному, пожалуйста, ко мне подходите. Дамир, пойдем первый. Дамир, беги ко мне первый. Подходи ко мне, температуру. Если боишься. 5 сделаешь. 5, молодец. Давай, четко, отчетливо градусник бери и помери. Называй фамилию, имя, отчество. Гамши Дамир Дамирович. Если только знать. 4. Молодец. Все, зови следующего. Следующий, подходите, пожалуйста, температуру. Димарик, мири, пожалуйста, четко, фамилия, имя, отчество. Пиволяев Казанет Юрьевич. Молодец. 36. Молодец. Никогда не ошибается тот,
Чуть красным загорелся. Это значит, он тебя не уловил. Значит, первый раз вроде показал. Или батарейку уже. Сади, ну-ка, секундочку, так, раскрою, вот здесь самое на руке. Ну да, 30. Ну это китайские братья нормально подогнали технику. Бери градусник, называй четко и отчетливо фамилию, имя, отчество. Шкозин Андрей Анатольевич. Молодец. Следуй своей дорогой, и пусть люди говорят что угодно о Лиге Эльдар. 5-5-6. Давай ручку сейчас еще раз. Я сделал. Оп. Все. Молодец. Так, Юрец, бери. Сделал, Дамир? Да. Все, 8 связок по 8 простых элементов. Юра, четко и отчетливо фамилию, имя, отчество называй. Рыков Юрий Алексеевич. Молодец. Все. Настанет время, когда наши потомки... Что там, заряд садится, да? Что мы не знаем. Давай, ручку сейчас. Очевидных вещей, Санека. Нормалек? Зови Веронику. Вероник, пойдем на температуру. Кто сделал, поехали, связки. Вероника, градусник бери, называй четко и отчетливо фамилию, имя и отчество. Никитенко Вероника Александровна. Умница, а Александровна. Ну ты что, вот здесь вот. Вероника Александровна, умница. 35,5. Сейчас, секундочку. На ручку давай. Смотри. Оп, волшебство. Да, потому что здесь померить жарче. Пожалуйста, доделай упражнение и потом по свободной программе, либо спрашивай меня, что хочется. Лады? Вот эти. Да, классы препятствий. Да, ты доделай, пожалуйста, подтягивай, ладно? Так, нас пятеро. Молодцы. Ну, со мной вместе шестеро. Все, поехали. Продолжаем, вернее. Ой. Что, детский турничок проверьте на... А, ну давайте, доделывайте на жесткость. Андрюх, мне кажется, тебе надо склепочку получить. Не, я через кину 108. Надо склепочку. Она пригодится больше, чем чешский, поверь. До чешского тебе надо просто вис сделать. А как ноль делать? Ноль – это висеть минуту. Это как? Ну, просто так взять, да. Да, тихо. Ты возьмешь половиночку, подтягиваешься и минуту висишь. Ну, сможешь минуту отчитать? 59, 58, умница. Ноль – это висеть минуту. Дамир, ты минуту не провисел. Ноль – это висеть минуту. Ты минуту не провисел. Из вас еще никто не провисел минуту, только Вероника одна подошла, спросила. Пожалуйста, минуту зависли. Минуту висеть, да. То есть без касания. Без касания, да. Без касания ногами. Только по состоянию ума можно. Без касания ногами терпим. Можно руки чуть в локтях присогнуть в половиночку, чтобы по жилы укрепчались. По состоянию ума человека. Нет, там же можешь повисеть. Тебе упрощенное, как девочка. Значит, что у него рога на голове. Умом, в состоянии ума.
и читали Притрасура и Индра. Притрасура. Провисел, молодец. Все, да, продолжай. Дамир, да вот этого чешского на 180, он должен хотя бы просто вывернуть все руки, вот как мы, опять тебя вчера не было. Помнишь, Андрюх, вчера мы делали упражнение? А, хотя, Дамир, ты делал, когда руки мы выворачиваем, сейчас, секунду. Вот просто силу, Андрюх, надо понять. Вот это действие. Это очень неприятно и очень больно, вот это провисеть. А так, прикинь, тебе раскачиваться надо вот так. Ну как, не пошла, Юрия? Я сделала до 40, потом упала, и потом опять 40 начала. А, Андрюх, блин, ну это нечестно, братан. Ну ты додел хотя бы общую минуту? Да. Вот, до этого хотя бы дочешь, ну ты попробуй, но, возможно, тело повредится. Чтобы ты потом не думал, что я, ну, не говорю, что я тебя не предупреждал. Ну, Юр, он решил так сделать. Это опять тело сильнее не станет, потому что тело сильнее становится. Так, смотри, Сережа, простые связки. Давай, ты пока, Андрюх, лучше чешь, если хочешь, но потом скажешь, Юрец, для тебя, давай, пожалуйста, ты сейчас такую штуку. Помнишь, модель переворот? Нет, склепка это крутая, Андрюх, реально, тебе пригодится. Без склепки очень можно разоткачать действие. Ну, она основа основ, ты делаешь взрыв через склепку, очень крутой. Это классная штука. Юрец, давай мы сейчас попробуем такую штуку. Пойдем. Все это сейчас будет новое, но в то же время старое. Ты сейчас сюда поставишь себе квадратик, или, например, крышу. Вот этот мастер поставил. Ты стоишь и пытаешься со всей силой под крышу подняться на перекладину. Если тебе будет близко, потерим еще чем-нибудь. Здесь склепка. Сейчас, погоди, ты силу сделаешь этот элемент. А что тут ничего не хочешь попробовать? Вес выше. Тяжело, надо высоту. Есть склепка на брусьях, да. Сейчас, Юра, погоди. Все процессы стекают. Это высоко, да. А он должен зависеть. Да, это ничего страшного. Сейчас, Юрец. Сейчас, погоди. Юра, иди сюда. Сейчас, Дамир, сделаю. Юрец, иди сюда. Вот и тебе, и Андрюх, иди сюда. Вот высоту я постелил. Тебе и Андрей, и тебе тоже, Юр. Вот с высоты, если надо запрыгнуть, тихо, аккуратно, на перекладину, по очереди будет делать. Надо запрыгнуть прямо на перекладину. Так, прыгай выше ногами. Выше ногами. Давай, 10 попыток он, 10 попыток ты. 10 попыток ты, Юр, 10 попыток он, Андрей. Я буду делать. Да, конечно, сейчас, секунду. Ты минуту провисела? Да. А, мам, о, 62-18, мама твоя? 62-18, да. Да. У вас он пол пропущен от моей мамы. Как, Наталья? Алло, мам, что ты звонила? А отчество как? Александр. Алло, Наталья Александровна. Да. Это Сергей Геннадьевич, да, вот отзваниваюсь по пропущенным. Хорошо услышал, Вероника услышала. На тренировке все хорошо в зале. Это, я хотела спросить, это, у меня просто муж ее заберет, а налички нет, можно вам еще на карту скинуть что-то? Да, только я сейчас скажу номер, под рукой есть телефон? А, рукой, ну, ручка. СМС-кой прислать. СМС-кой? А, у меня вот на этом номере нет. Любую ручку, листочек под рукой найди, пожалуйста, сейчас номер запишешь. Сейчас. Подожди, Рита, секундочку. Кто это? А, кстати, а что, да, что Артему не привела? Что Артему не взяла? А он у Влады. А он у Влады? Да. Я понял, все. 8-917. 210
91-82. Так, называй, проверяем. 217-210-91-82. Все правильно, там будет Сергей М. Сергей Сергеевич Максименко. Сергей М. Ага, и хотел ли он черного приедет? Да. 9.00, ну, я не знаю, Вероника, вот еду, сейчас мама конечно. С тобой разговаривает, давай, а как едем, как все это, ты без мамы, как ты поедешь? Я с мамой поеду. А, Наталья, ты едешь? Да, у меня выходной. Ну, все, отлично, значит, тогда думаю, вот сегодня опять обговариваем, как добираться будем, либо я машину организовываю, она вас собирает, ну, надо на КСТЦ будет подойти, но я в конце тренировки позвоню, либо супругу сообщу ага. твоему. Как звать он придет, как величать? Александр. А, все, понял, да. Ну, все, хорошо тогда. Все, это... Все, хорошо, перед отправкой позвонишь, сообщи, чтобы я Сергей Сергеевич сказал, чтобы для него неожиданностью это не было. Что, ну, кто-то прислал денег. 1000 рублей, смотри, 1000 рублей это 5 занятий. И справку, пожалуйста, помнишь, мы разговаривали, что было... Ее это по доктору, твою по социальной справка нужна, социальная, помнишь, мы разговаривали? Да. Ну просто, чтобы это, плюс 2 занятия мы подарили, сейчас, Андрюш, подожди. Да, чтобы мы 2 занятия подарили. Все, да, все, доброго вечера, тогда Александру всю информацию передам. Завтра к 9 утра начало там будет, ну заявки оставляют, но так-то можно к 10 будет подъехать, если что. Все, я всю информацию сегодня передам. Все, доброго вечера, до свидания. Сейчас, секундочку, я тебе сейчас покажу вот то, как это, полосу препятствий, которая будет на соревнованиях, да? Да. Сейчас посмотришь. Не волнуйся, не переживай, внимательно посмотришь, репетируй здесь. Испытание. Смотри внимательно, изучай. А, нажалось, да? Смотри. Нет, не садись, нет. Вот туда иди, на зеленый пол, в шпагат садись и изучай. Запоминай внимательно. А я сейчас немного музыцу, да, включу? А то рассказ про веды демонов и светлых. Все, наслаждайтесь, друзья мои, проводите красиво и четко всю тренировку. Юрец, ты попробовал там сделать? Не получается, надо еще делать. Юр, хорошо, тогда давай другое задание. Пойдем, братан, другое. Да, иди, много пропускаем, силы нравятся, да? Чеки отмел, а силу амбиций, здесь отмел, амбиций, пойдем, братан, да. Смотри, наше любимое твое, помнишь, берешь и начинаешь вот по ней, вот он занимался, да, вот так вот, по ней ты начинаешь пробовать, повиснуть. Подняться по-разному. Все, парни, не волнуйтесь, поехали, пробуем, да. Разные варианты, пробуем флажки и прочие дела. Юрец, если что, возьмешь мать из постели, там же железо, ладно? Да, там не падает, это железо. Слушай, да, помню, ты без крепко. Молодец. Деньги за мать, молодец, квадратик. Вот тот квадратик, который мы засунули между турника, еще одну дыньку.
сальтушку с мешком, оп, а из мешка там выпрыгивает помощник Дед Мороза. Вот, молодец, выстилай ровненько, да, чтобы железка была, самое главное, закрыта. Если там никто из ребят не занимается, можно еще одну взять. Вот, да? А вот как она делает. Вот так можно подойти. Просто попрыгаем через две. Их ставь вот здесь. Смотри. Ну ты что, подними. Поднимай. Давай, ставь их вот сюда, чтобы они тебе не мешали. Давай сымитируем сейчас просто бег вот здесь. Чем мощный бег? Ну, 10 раз пробеги по зеленому полу. Рывок сразу. Так, умница. Сейчас ты потренируйся, я потом красивые видео сниму про вот это все. Да, Мир, я бы тебе советовал тоже репетуть. Юрия, ты завтра поедешь на соревнования? Андрюш, я тебе советовал бы тоже репетуть. Пойдем, братан. А? 10. Умница. Следующий что там? Следующее у нас подтягивание. Подтягивание? Пойдем. Юрец, надо... Соревнования с 9 утра начинаются. Ну, можно к 10 потягиваться, тот же, где в том году было. Вы гаде им прав. Но я скажу, пробежи, пожалуйста, 10 раз, вот так, челночный бег, как Вероника сейчас делала. Пробежишь? Все, поехали, давай, 10 раз, быстро надо пробежать. Пойдем потягиваешь перекладинки. Андрюш, готовься, пробежался. Так, подтягиваться. Ну, давай пальчики, вот так, на себя, неудобнее так будет. Дай мне, не валяйся. Ну, пробуй, сколько получится. Попробуй ножками, прости, ножками оттолкнись. Подержи. Смотри, что я не буду, когда ты отталкиваешься ногами. Смотри, внимательно. Андрюш, сейчас приготовься туда, что ты можешь теперь. Смотри, ты стоишь, ножки у тебя стоят, вот две ручки взяла, и попробуй просто отпрыгнуть. Оп, подпрыгнул. Оп, подпрыгнул. Попробуй 10 раз сделал. Давай, 10 подтягивайся, подпрыгивай. Попробуй делать. Да, хотя бы так пробуй. Да, Юрий, давай тоже подпрыгивай. Андрюш, давай челночный бег здесь сделайте. 10 раз туда-обратно. Поехали, кто быстрее. Раз, два, три, кто не спас. Не толкаем друг друга. Андрей, тормози раньше, да. 10 раз. Вы сейчас 4 сделали. 5. Рукой касаемся. 6. Быстрее, Андрей. 7. Быстрее. 8. Прям брови не идете. 9. 10. Красавчик. И руки сбросили. Тихо. Не лежим. Дамир не лежит. Ты что, не вздумай на бетоне? Братан, встань. Вот это 10. Сделай. Лежи, брат. Остынешь. Лежи. Сиди. Да, встаньте. Парни, встаньте. Жар, чтобы не ходил. Поэтому 10 подтягиваний. Пальчики на себя с подпрыгивали. Где они делают? Спокойно. Да. Да, раз, два, три, четыре. А я сделаю правый оборот. Туда-сюда один. Ну, молодец. Так, следующее выпрыгивание. Вот, ты досмотрела? Говоришь, да. Через эту или через? То есть прыгаешь. Ну, мы сделаем давай через высокую.
Парни, следующий, давайте 10 подтягиваний. Юра, сюда готовься. Так. Смотрите, что делаю, Юр. Смотри внимательно. Вы прыгиваете, один раз отжимаетесь. Перепрыгнули, один раз отжимаетесь. Маленькие, но мы-то крутые, поэтому вам, ну да, вот так можно прыгать, надо высоко стараться прыгать. Стой, две стопы. Дима, можно я там возьму? Одна? Вот, стой, погоди, вон через ту, а ты через эту, мы двое сразу будем делать. Так, Диман, где тебе удобнее? Да давай, я решаю вот здесь в уголке. Да, все, поехали. Надо сделать 20 раз. Вот, смотри, как она прыгает, смотри, как она здесь прыгает. Давай! А да. Куда себя сколько? Раз считается, два, что три. Что-то надо сделать. А, да? Да. Вероник, а? До пола, пожалуйста. С коленочек тебе можно, с коленочек до пола. Да. Прям грудью ложись, Вероника. Они, да, 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 они не будут засчитывать, они не засчитают. 20 раз надо сделать. Я последний. Не считала, что ты не сделаешь. Сделал, ты сейчас делаешь 6. И значит, я тоже. Вот это потом надо сделать 20 раз. Ты пока разговаривал, я уже сделала. Ну, даже сколько уже сделать? У вас 10, еще 10 раз. Парни, готовьтесь. Потом надо будет сделать вот это вот 15 подъемов ног. Вот после вот этого надо сделать 15 подъемов ног. А можно прям перепрыгнуть? Нужно прыгать, просто Юра не получается высоко. Вероника устала уже. 15 раз подъем ног после вот этого. Спокойно, все? Юра, последний делаешь. Вероник. 15 подъемов вот таким, Дамир, готовься. Вот таким 15 подъемов ног. Побежали. Все, успокойся, побежали в турничку. Юрец, последний, пошел. 15 подъемов ног, братан, пойдем. А это, вам 20 раз. А еще я тоже мы готов. Или я просто. Это для себя считайте сами. Юр, пойдем, последний раз. Давайте. Все, смотри, 15 подъемов ног. Сейчас, давай одновременно. Поехали. Да, вместе начинаем. Прыжок красивый прям делаем. Стоп, отжимание, прыжок, да. Раз, отжались, прыгнули, красавчики, прыгаем, да, аккуратно. Молодец, Дамир. Андрюш, терпи, Андрей, не переживай, Андрей, отжимайся красиво. За Дамиром не гонись, он сам делает, за Дамиром не гонись, тебе надо просто правильно сделать. 15 подъемов ног. А сколько вы сделали? Вы сейчас делаете 6, вот ты сейчас делаешь 6. Вы считайте, 7 для себя считайте. Диман, повторишь? Ну, она детская, да, но бодрая такая. Это вот одна из частей вот именно полосы разведчика. Нас раз сделала, все, отдыхай, восстанавливайся. Смотри, как подсказка отдыхать. То есть вздох носом, выдох ртом и делаешь, как он называется, веретенышко. Подходишь, никому не мешать и спокойно. Теперь 15 подъемов ног, понеслась. И спокойненько восстанавливаешься, да. Дышишь носом, вдох. Дамир, не лежать, 15 подъемов ног, не лежи. Братан, опасно для здоровья, это ты силу тратишь. Андрюш, 15 подъемов ног. Просто зависни на турничок, Андрюш. Это все отдельно будет? Это подряд все будет. Поэтому, парни, тяжело, согласен. Все, восстанавливайся. И если захочешь, ты сейчас можешь медленно еще раз повторить эту полосу препятствий, и мы снимем красивое видео. Потом чуть ускорим, и это будет как будто ты все круто, как этот флеш, да, там делаешь. Я сейчас пока поставлю палку на зарядку. Раздел, все, красавчик. Восстанавливайся, как Вероника, веретенышко делай. Вздох, помнишь, ручками крутить? Да. Вам не обязательно здесь стоять. Вы можете вот где вот, например, захотелось вам здесь стоять, вот другим не мешать. Можно походить. Все, восстанавливаемся. Ручка, веретенышко делай. Не лежи. Не лежи. Поверьте. Если вас увидят, что вы вот так восстанавливаетесь, если кто-то со стороны, они подумают, вы очень крутые, потому что это реально авторитетное восстановление, когда не вот так показывают, что сил нету, а когда ты стоишь четко, и все смотрят, нифига себе, да, вот это уровень у них.
поэтому не стесняйся. Это помогает. Знаете как? Это то, что когда говорят, да, восстанавливаться, руки подняли и сбросили. Это такая же тема, только лучше и проще. Не валяться. Все сделали, вы 5 минут восстановились и поехали. Можете повторить эту полосу препятствий, улучшить свой результат. А можно не подряд?